Всем привет, дорогие друзья! Обратился ко мне как-то знакомый с просьбой помочь ему в ремонте источника бесперебойного питания в лице Ипон Bug Power Pro 700 для того, чтобы впоследствии пользоваться им в качестве преобразователя напряжения с 12 на 220 вольт, чтобы иметь возможность подключать в автомобиле мелкие бытовые приборы, которые работают от этой самой сети 220 вольт. Пришел он ко мне ровно вот в таком вот виде, так как он упал с приличной большой высоты, либо что-то упало на корпус бесперебойника. Я в подробности вдаваться не стал, но сам корпус просто пришел в негодность, он развалился. И приехало все вот в таком вот виде. Досталось также и ряду компонентов внутри самого бесперебойника. Вот это вот реле, которое коммутирует выходное переменное напряжение на вот этом вот разъеме на платье, оно пришло в полную негодность. Ему досталось, контактная группа его внутри замкнула, и пришлось его таки заменить. На самой плате рядом с реле образовался такой вот разлом, который соединял вот эти вот дорожки, вот этот вот массивный полигон. Вместо него я решил поставить предохранитель на 5 ампер номиналом. Лишним, я думаю, не будет. Когда все это дело пришло в негодность, корпус его развалился, вдруг решил все-таки включить его в розетку и подумал, а вдруг ничего серьезного не произошло. Сгорели, взорвались вот эти вот транзисторы преобразователя. Произошло это почему? Потому что на плате здесь я обнаружил такой вот поперечный разлом. Ряд дорожек пришло в негодность, которые включали обмотки реле, которые коммутировали обмотки самого трансформатора. Они были на весу. И также затвор вот этого вот ключа тоже находился на весу. Соответственно, он был постоянно открыт. Все это дело легко пробило, просквозило. Также он кому-то отдавал его ранее в ремонт, их уже меняли, стояли здесь родные такие вот номиналом, поставили их ближайшие аналоги, может быть и нет, я вдаваться сильно в это не стал. Я их попросту заменил на свои, более мощные, предварительно восстановил поврежденные дорожки, включил бесперебойник от аккумулятора, он заработал должным образом. Затем, когда я подал сетевое напряжение, когда бесперебойник должен был перейти в режим работы от сети, в режим зарядки аккумулятора также, начало щелкать вот это вот реле, которое коммутирует некоторые обмотки, какие именно вдаваться в подробности я опять же не стал, и нашел под микроскопом еще ряд моментов, вот здесь вот тоже имелись поперечные разрывы, визуально без приборов оптических было вообще не видно, все эти дорожки я также восстановил, подал сетевое напряжение, бесперебойник перешел в режим работы от сети, пошла зарядка аккумулятора, то есть функциональность бесперебойника восстановилась полностью. Тема, в принципе, избитая, в интернете много роликов, подобных на такие вот всевозможные переделки и в качестве преобразователя, но почему-то нигде я не встречал, может быть, я не нашел, говорить не буду, почему никто не распаивает вот эти вот диоды, которые в данной серии бесперебойников, они попросту отсутствуют. Вот этот вот диод, он отвечает за режим работы от аккумулятора, он визуализирует то, что бесперебойник включен, и он дублирует визуально сигнал вот этого вот базера, который пищит, то есть он прерывисто моргает, когда идет разряд аккумулятора, когда он работает в режиме, собственно, от аккумулятора. Вот этот диод красный, почему я выбрал красный, потому что здесь он сигнализирует ряд ошибок. Это перегрузка, режим полной разрядки и иные ошибки. Он загорается и также дублирует непрерывный писк базера на самой плате. Вот этот вот светодиод, у него функционал достаточно маленький, он показывает всего лишь навсего входное сетевое напряжение. То есть, когда мы подаем входное сетевое напряжение, он горит, соответственно, постоянно. То есть, мы имеем представление о том, как сейчас работает ИБП, в каком режиме и от чего. Все это очень удобно. Для того, чтобы отключить, допустим, базер надоедливый на плате, можно будет иметь представление о режимах работы бесперебойника за счет вот этих вот диодов. Я считаю, это очень удобно. Сейчас продемонстрирую, как это на деле все выглядит. Подаем, подключаем все это дело, вернее, к аккумулятору, включаем и смотрим, как это на деле все будет выглядеть. В режиме самотеста загораются они все. Далее горит зеленый. Но это все видели, все знают. Он сейчас будет своим прерывистым морганием дублировать визуально писк нашего базера. Далее попробуем подать на схему сетевое напряжение. И видим, что загорелся желтый светодиод. То есть он работает. Он включен, он работает в режиме зарядки, режиме работы от сети. Я считаю, что это очень удобно, очень информативно, при том, что если где-то в машине удалим вот этот вот базер, представление мы иметь
звукового о том, как работает, в каком режиме, бесперебойник иметь не будем. Диоды нам об этом сообщат. Вот такой вот расклад по нему. Сейчас попробую показать, как работает он в режиме ошибки, когда загорается красный. То есть подаем сейчас мы на него от лабораторного источника питания напряжение, соответствующее 12-13 вольтам. Также включаем его и смотрим. Происходит ровно то же самое. То есть мы имитируем ЛБП работу от аккумулятора. Ничего, в принципе, такого здесь нет. Все это естественно. Далее попробую показать, как в каких моментах начинает работать этот самый красный светодиод. То есть мы видим, что на входе клемм АКБ подано определенное напряжение 12,5 вольта. Пробуем его убавлять. Прошу прощения. Вот видим, когда напряжение упало до значения меньше 10,5 вольт, то есть у нас аккумулятор полностью разряжен, загорелся красный светодиод и зеленый начал моргать. То есть он показывает ошибку по глубокому разряду аккумулятора. Я считаю, что это очень информативно, при том, что условно базер в автомобиле мы отключаем. Собственно, что? Какие еще моменты могут быть, если переделывать его в преобразователь? Нужно отключить его защиту по таймеру и по разряду. Так называемый green mode. За него у нас отвечает такой вот резистор. Все об этом знают. Тема уже избитая. Позиционный номер его на данной плате R15A. То есть здесь видно, что если он присутствует, green mode запитан, бесперебойник будет выключаться, если нет достаточной нагрузки на выходе 220 вольт. То есть он не видит потребителя и будет отключаться. В моем случае мой бесперебойник отключался спустя 7 минут работы. Вот. В других случаях везде это по-разному. То есть его просто убираем, отпаиваем, и green mode мы тем самым выключаем. Активная нагрузка, неактивная, есть она, нет, он будет работать в режиме разрядки от аккумулятора без каких-либо нарушений. Здесь смотрим конфигурационные резисторы, которые определяют его мощность. Видно, что они распаяны таким образом, что он у нас соответствует 700 ВА, что примерно где-то в районе 400 ватт мощности. Вот, собственно, вся переделка. Если вам понравилось данное видео и оно наберет достаточное количество просмотров, мы сделаем для него корпус, покажем, как это реализовано в нашем случае. Вот. Что касается данных диодов, надеюсь, вам понравилось, потому что я повторюсь, что я подобную реализацию нигде не встречал, хотя их достаточно просто распаять. И все становится очень информативно. Убираем вот этот надоедливый базер и смотрим посредством визуального контроля за режимами работы бесперебойника. Так вот, если данное видео вызовет достаточно интерес, мы сделаем ему корпус, покажем, как это реализовано в нашем случае. Вам же всего доброго, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, делитесь данным видео со своими друзьями, знакомыми, а также тем, кому это может быть полезно и интересно. Всего вам доброго, спасибо за просмотр, до новых видео, пока!